Всем привет! Меня зовут Юрий Сугейко, и в этом видео я расскажу вам о стратегии постановки кошельков в структуру Бонус Призм. Тем из вас, кто досмотрит это видео до конца, станет понятным, по какой причине я считаю Призм на сегодняшний день самой перспективной криптовалютой в мире. И дело даже не в том, наверное, что из 25 тысяч криптовалют Призм абсолютно точно входит в 3% лучших криптовалют по самым объективным показателям, взятым с CoinMarketCap. А дело в другом. Дело в том, что мы уже сегодня интегрировали Призм в бизнес, и в результате конечные потребители получили возможность оптимизировать свои расходы на еду, на такси, на топливо, на коммунальные услуги, на электронику и бытовую технику. И таким образом люди могут рассчитываться за все, что я только что перечислил, в криптовалюте Призм с 20% скидкой. Но это еще не все. Дело в том, что согласно той программе, которую мы назвали Бонус Призм, люди могут рассчитываться за все это, добывая эту криптовалюту на своих кошельках. Совокупность кошельков, которые может иметь каждый человек, можно совершенно спокойно назвать портативной, экологичной майнинг-фермой. Кстати, если вы не знакомы с криптовалютой Призм, пожалуйста, пройдите по ссылкам под этим видео и обязательно познакомьтесь с этой, как ее называют, абсолютно народной криптовалютой. Кстати, почему ее называют народной? Потому что в основе этой криптовалюты лежит понятие справедливости. Чем больше вы будете знакомиться с криптовалютой Призм, тем больше вы будете понимать всю справедливость этой криптовалюты. Именно поэтому она и называется народной. А познакомиться с ней вам помогут мои ресурсы в том числе. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, подписывайтесь на мой Telegram-канал «Доступный майнинг» и узнавайте больше о криптовалюте Призм и вообще об инновациях для жизни, потому что мне очень нравится исследовать инновации и знакомить с этими исследованиями всех тех людей, с которыми меня соприкасает моя жизнь. Итак, цель этого видео заключается в том, чтобы поделиться с вами лучшей, на мой взгляд, стратегией постановки кошельков в программу Бонус Призм. И почему я считаю ее лучшей? Потому что эта стратегия, она позволит вам запрограммировать на долгие годы максимальную эффективность, на мой взгляд, и в конечном итоге прийти к тому, чтобы вообще применить в своей жизни такое понятие, как сеньораж. Если кто-то из вас не знает, что такое сеньораж, это не про то, что сеньор помидор. Сеньораж – это абсолютно конкретное понятие. Пожалуйста, зайдите сейчас в интернет, наберите сеньораж и почитайте определение этого явления, этого понятия. И тогда вы поймете, о чем я говорю. Но я возвращаюсь к главной цели моего видео. Итак, сейчас я поделюсь с вами очень коротко стратегией правильной, на мой взгляд, и эффективной постановки кошельков в структуру Бонус Призм. Итак, в структуру Бонус Призм может войти любой человек. Для этого ему нужно зарегистрировать кошелек Призм и положить на этот кошелек баланс от 100 тысяч Призм. Но, на мой взгляд, самой лучшей стратегией является постановка 15 кошельков с балансом от 100 тысяч плюс, то есть речь идет о 1,5 миллионах монет Призм, 15 кошельков. Почему 15? Дело в том, что есть такое понятие, как зеленая зона добычи монет. Зеленая зона – это время, за которое монеты у вас добываются с максимальной эффективностью. И в среднем мы берем за основу зону, зеленую зону добычи монет – в 450 дней. Если вы 450 разделите на 15, то условно можно рассматривать такой вариант, при котором каждый из 15 кошельков будет позволять вам добывать определенное количество монет и снимать их каждый месяц. Таким образом, это может привести вас к тому, что каждый месяц вы будете брать на парамайненные созданные монеты на ваших кошельках, снимать их,
продавать их либо на биржах, в обменниках, либо просто каким-то новым последователям, которых вы будете привлекать к этому делу. А вам, поверьте, очень захочется это делать, потому что я вам сейчас разъясню всю суть этой программы структуры «Бонус Призм» и максимально эффективной постановки кошельков в этой программе. Итак, в конечном итоге мы ставим перед собой задачу, чтобы у каждого человека было 15 своих кошельков с балансом от 100 до 110 тысяч призм. Сегодня это не очень дорого, потому что сегодня мы с вами находимся в уникальной ситуации, когда криптовалюта, которая входит в 3% лучших криптовалют, стоит достаточно недорого. А знаете, почему она стоит недорого? А потому что этой криптовалютой никто не владеет. Я абсолютно убежден, если бы у этой криптовалюты был хозяин, то она бы сейчас стоила тысячи долларов. Но у этой криптовалюты хозяина нет, потому что в основе этой криптовалюты лежала всегда с самого начала идеология справедливости. И эта криптовалюта, она выпускалась, она запускалась как возможность создать справедливое средство обмена на какие-то материальные ценности. Именно поэтому сегодня мы находимся в уникальной ситуации, когда по-настоящему ценная криптовалюта стоит достаточно недорого, а вот стоимость этой криптовалюты сегодня целиком и полностью зависит от тех действий, которые предпримет сообщество людей, владеющих определенными балансами в этой криптовалюте. Итак, первый шаг. Мы ставим 15 кошельков по 100-110 тысяч монет на общую сумму примерно 1,5 миллиона призм. Это первое, что мы делаем. И второе. Под этот 15 кошелек мы подключаем еще один кошелек. Это будет кошелек трансферный. То есть этот кошелек нам понадобится для того, чтобы через него проводить монеты. Чтобы покупать монеты, да, заводить на этот кошелек и с этого кошелька рассчитываться за еду, такси, топливо, бытовую технику, электронику, коммунальные услуги. Это уже то, что сейчас можно делать. Но впоследствии мы рассчитываем на то, что количество продуктов, количество товаров, которые можно будет обменивать на криптовалюту призм с 20% скидкой, оно будет расти. Кстати, я занимаюсь инновациями для здоровья. И все те продукты, которые я продвигаю, точно так же по программе «Бонус призм» можно приобретать с 20% скидкой, обменивая их на призм. Итак, вы поставили свои 15 кошельков. Эти 15 кошельков вы поставили в холд. Что такое холд, я сейчас не буду объяснять. Если вас это интересует и вы пока еще не знаете, что это такое, еще раз повторюсь, пройдите, пожалуйста, по ссылкам под этим видео, и вы обязательно узнаете, что это такое. Далее мы ставим трансферный кошелек. Для чего он нужен, я уже сказал. Он нужен для того, чтобы на него покупать монеты и ими рассчитываться минус 20%, да, скидка 20% за те товары, которые я уже перечислил. И дальше мы начинаем строить структуру. Задача заключается в том, чтобы нас повторяли. Это самый эффективный способ построения структуры. Итак, мы ставим первого человека на 1,5 миллиона монет призм. Затем ставим второго точно так же. 1,5 миллиона призм. Третьего ставим точно так же. 1,5 миллиона призм. И ставим четвертого человека на 1,5 миллиона призм. Эти люди, по сути, повторяют то же самое, что сделали мы. То есть они заводят свои кошельки, 15 кошельков по 100 тысяч, от 100 до 110 тысяч. И дальше они точно так же ставят вот здесь трансферный кошелек. То есть они ставят 15 кошельков ниже трансферный, 15 кошельков ниже трансферный, 15 кошельков ниже трансферный. И то же самое здесь, 15 кошельков ниже трансферный. Вот мы сейчас будем рассматривать вот эту ситуацию. Итак, вы 1,5 миллиона поставили, затем трансферный, затем 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Итого получается структура у вас 6 миллионов. Если вы прибавите 1,5 и 6, то у нас получается 7,5 миллионов структура общая. Мы знаем,
что по условиям программы «Бонус призм» вы можете рассчитывать на 20% скидку на те товары, которые я перечислил, если у вас ваша структура миллион монет, не менее миллиона монет, включая ваш кошелек. Здесь с лихвой выполняются эти условия, и мы еще знаем, есть одно очень интересное условие, которое рассчитано на активных людей. Дело в том, что когда вы поставили свои кошельки, у вас впереди 400 с лишним дней зеленой зоны. За это время вы можете либо ничего не делать и просто ждать, либо предпринимать активные действия и подключать новых людей. Так вот, для тех, кто будет просто ждать, действует единое правило. В любом случае, даже если у вас один кошелек на 100 тысяч монет в структуре «Бонус призм», когда пройдет зеленая зона, под вас будет подставлен миллион монет, чтобы у вас добылось больше монет, и вы эти монеты могли снять на парамайнинге. Но если вы будете активничать, если вы будете строить под собой структуры кошельков и привлекать людей, то есть еще одно правило. Если вы за 450 дней примерно зеленой зоны построите под собой структуру, которая будет насчитывать от 7 миллионов монет, то по условиям программы «Бонус призм» под вас будет подставлено 3 миллиона под ваш кошелек, чтобы у вас в итоге снят пар был с 10-миллионной структурой. А это значительно выгоднее, чем если структура будет миллионная. И смотрите, что мы предлагаем. Если до конца лета у нас человек входит в программу «Бонус призм» и реализовывает вот эту схему, неважно за какой период, важно, чтобы человек зашел до конца лета, до 31 августа, в структуру «Бонус призм». И далее, если он реализовывает вот эту схему, то у него получается, значит, общий баланс под некоторыми кошельками более 7 миллионов монет, но у него 15 кошельков. То есть, допустим, под первыми 5 кошельками у него будет 7 миллионов монет, и он выполнил условия, и под него подставили до 10, а под остальными кошельками, если дальше в глубину структура развиваться не будет, у него не будет выполнено это условие, и у него будет меньше 7 миллионов монет. Но таким людям мы тоже доставим до 10. То есть, что нужно сделать, чтобы у вас монеты были доставлены до 10 миллионов структурного баланса. Для этого нужно поставить 1,5 миллиона монет и пригласить от трансферного кошелька 4 ваших партнеров, которые точно так же повторят то, что сделали вы, поставят по 1,5 миллиона монет. В этом случае вас ждет баланс под все ваши 15 кошельков 10 миллионов монет при снятии парамайнинга. То есть под каждый из 15 кошельков в этом случае, когда пройдет зеленая зона, будет подставлено количество монет до 10 миллионов. Это наша акция для тех людей, которые зайдут в течение этого лета в структуру «Бонус призм». Вы знаете, что структура «Бонус призм» только-только стартовала. И сейчас я хотел бы поговорить немножко об идеологии. Для чего мы запустили структуру «Бонус призм»? Мне очень нравится об этом говорить, потому что я вижу огромные перспективы. Но судите сами, представьте себе ситуацию. Итак, вот вы поставили 1,5 миллиона монет в холд на 450 дней. Далее вы с рынка забираете монеты. Не вот эти монеты, они создают новые монеты, причем очень эффективно. Но в этот момент вы с рынка постоянно забираете монеты. Почему? Потому что это дает вам возможность получать 20% скидку на еду, такси, топливо, коммунальные услуги, электронику, бытовую технику. Конечно, вы будете это делать. Таким образом, вы свои монеты создаете, в это время берете с рынка и получаете 20% скидку. То же самое делают ваши партнеры. Какую возможность это создает? Во-первых, огромное движение монет в рынке. Во-вторых, постоянное извлечение монет из рынка и постановка этих монет на 450 дней в холд. Таким образом, в какой-то момент начинается нехватка монет, которая, безусловно, начинает приводить к росту курса. И что же тогда мы видим? Вы зашли в структуру «Бонус призм».
И через 450 дней, когда в ваши кошельки создали монеты, эти монеты будут стоить уже дороже, чем когда вы заходили в структуру «Бонус Призм». То же самое касается всех ваших людей. Они заходят в структуру «Бонус Призм» при одном курсе монет, но общими усилиями мы добиваемся того, что монета постоянно растет. И когда человек проходит у него 450 дней холда, он продает напроманенные монеты уже не по той цене, по которой он их покупал, а значительно дороже. Вот так общими усилиями мы можем добиться постоянного роста криптовалюты Призм. Нам в принципе с вами, друзья, больше ничего не нужно, потому что все остальное уже сделано. Криптовалюта Призм уже всем все доказала. Она является самой децентрализованной. Ей никто не владеет, я имею в виду большим количеством монет, никто не владеет. Там никто не владеет более чем 60% эмиссией. Нет такого в криптовалюте Призм. Далее. Мы храним монету на личных кошельках. У нас нет никакого доверительного управления. Мы не отдаем монету в кастодиальные сервисы. Это тоже важнейший момент. Далее. Очень низкие комиссии. Очень хорошо работающий нативный блокчейн. У криптовалюты Призм свой блокчейн. А вы задайте себе вопрос. У каких криптовалют еще на CoinMarketCap есть свой блокчейн? Там большая часть криптовалют это либо альткоины, либо еще что-то. Просто посмотрите на эту ситуацию со стороны вот таких параметров, о которых я сейчас сказал. Ну и, конечно же, важнейший элемент – это легкость и простота установки ноды. Нода позволяет вам тотально владеть вашим криптоактивом. Более того, сегодня мы можем совершенно спокойно говорить о том, что вам даже и эту проблему не нужно решать, потому что у нас есть специалисты, которые уже предустанавливают ноду на мини-компьютеры, и вы можете покупать эти мини-компьютеры по достаточно демократичным ценам, в том числе и оплачивая криптовалютой Призм, и, по сути, получать майнинг-ферму под ключ. То есть, по сути говоря, вы за достаточно небольшие деньги по меркам сегодняшним там открытия какого-то бизнеса или покупки какого-то инвестиционного объекта, да, серьезного, ради того, чтобы потом получать пассивный доход. То есть, если вот это все сравнивать, то сегодня Призм является настолько привлекательной инвестицией для любого думающего человека, на мой взгляд, что просто необходимо с этим разобраться. Поэтому, друзья, пожалуйста, разбирайтесь, задавайте вопросы. У нас огромное количество ресурсов. Еще раз призываю вас, подписывайтесь на мои каналы, на мой канал YouTube, на мой телеграм-канал «Доступный майнинг». Подключайтесь к нашим чатам, задавайте вопросы, и мы с удовольствием на все ваши вопросы ответим. Я вас приглашаю в структуру «Бонус Призм». Я считаю, что структура «Бонус Призм» – это тотальная, абсолютная, прозрачная игра «выиграть-выиграть», в которой выгоду получают абсолютно все. Я желаю вам процветания, я желаю вам здоровья. Давайте вместе улучшать нашу жизнь.